Небольшое вступление. Друзья, на самом деле сейчас я как бы вроде бы начинаю. На самом деле я уже как бы прошел тот мир, я его уже записал, я его уже как бы выложил на YouTube, он уже как бы там есть, но я начал запись не с самого начала. Я просто сначала хотел посмотреть мир, просто пощупать его, посмотреть, походить, побродить, просто посмотреть, что это себя он представляет. В общем-то, прошел довольно-таки большой промежуток, большой отрезок времени. И просто потом решил попробовать записать его, как он пойдет. Оказалось, что, в общем-то, тот дорогой человек, до которого я это все записывал, оказывается, моя дорогая Ирочка и Ирмочка Багира, ей понравилось прохождение, но получилось так, что не сначала. Она, в общем-то, не просила записывать как бы начало, с чего все началось, но я как бы хотел все-таки сделать. Это на самом деле видео посвящено было ей, и сейчас я это вступление решил все-таки сделать, записать как бы заново. Я не знаю, дойду ли я до того момента, откуда как бы начал запись предыдущую под номером один. Вот. Ну, по крайней мере, хотел бы просто как для нее показать, с чего все началось и как все, что расставить точки, так скажем, над «и». Чтобы она просто увидела, с чего все это на самом деле началось и как оно выглядело. Я не буду ставить всякие тяжелые ультра, или мне на самом деле никогда не играю на всяких вот этих вот мочиловых. Мне всегда интересен мир для изучения, а не для просто битвы мочиловой и так далее, чтобы посложнее было. Поэтому я практически всегда играю на легкой стадии, поэтому... Итак, Ирочка, для тебя. Магалан. Home to a civilization of millions. Until the comet hit. Earthquakes shattered its cities. Firestorms swept the planet. And as Magalan fell into darkness, the survivors faced a world that was unrecognizable. Fighting amongst the ruins of the old world, new factions arose. The Berserkers. The Clerics. The Outlaws, each with their own vision of the future. But it wasn't only the struggle for scarce old world resources that drove them, for the comet had brought something new. Elix, an element unknown to Magalan. It could fuel technology, change the evolution of life, open new abilities to those with the will to control it. For the clerics, it drove new technological innovation. For the outlaws, drugs to free their minds. To berserkers, it gave the power of magic. Seduced by Elix's power, some began to consume it. Addicted, overwhelmed, most degenerated into vicious, mindless mutants. But there were some who could control their addiction. To them, at the cost of their emotions, Elix offered strength, focus, and stamina. These people called themselves the Albs. Seemingly unstoppable, the Albs have waged war on all who will stand between them and their need to obtain Elix. Advancing from the frozen wastes of Zaykor and their fortress Ice Palace, the Albs threaten the future of all the factions on Magalan. Now, as Alb forces prepare their final assault, Jax, renowned Alb commander, is sent on a solo mission. One Alb. Selected to change the fate of Magalan.
There can be only one consequence for failure. Такое вот вступление. То есть Джекс летел тихо, мирно. Ну как тихо, мирно? Летел на задание. Его сбили. Получается так. Потом пришел какой-то Альп. Как мы видим. И решил его грохнуть. Я даже не знаю, честно говоря. Dead. I better move before they come back to finish the job. And I better find a weapon. Как запи. Как он. Ладно, будем считать, что. Как я уже говорил, что я, в общем-то, уже записал эту игру, но записывал ее не сначала, записывал черти откуда. И решил все-таки специально. Special for Ирмочки и Ирочки Багиры записать вот именно вступление, чтобы она увидела, с чего все началось. Вот именно начало. Потому что на начало что-то я не заснял. Ну, не знаю, просто... Ладно. Будем считать, что начинаем с нуля, с начала и, в общем-то, ничего не знаем, что произошло, что произойдет в будущем. Опять же, повторюсь, я не знаю, буду ли, запишу ли я это, как бы, до того момента, вот именно, где я прекратил запись. Мама. Ай. Или... А, так, у нас есть железный пруд, оказывается. Замечательно, а чё он... А, он же есть. Ну все. Мы вооружены до зубов. Зачем убирать? Мы вооружены, опасны. Ладно, ребят, не буду. В общем, дальше будет видно, Ирочка. Посмотрим. Захочешь, в общем-то, как бы. Не увернулся. Да отвали ты уже, блин. Офигеть, что это такое было? Блин, как они достали, а? Да, я извиняюсь за косяк, тут эти службы всякие выскакивают на ровном месте. Так, ну вот стрелу подобрали,
что у нас тут еще может быть в районе этой каракатицы? Амулет путешественника. Так, как бы личку взяли. А, третий. Так. Ну, в общем-то, да, на самом деле, вот эти вот травки, которые тут иногда попадаются, на самом деле их желательно собирать, потому что, особенно в начале игры, они очень, в начале прохождения очень, в общем-то, спасают. Но пока, видите, прыжки, в общем-то, не особо Джаксу доставляют ни удовольствия, ну, как бы, неприятностей. Но в дальнейшем они будут ему не особо приятны. Так. Так как мы, в общем-то, на нулевом уровне практически. Хотя тут что, в общем-то... На мега уровне, что на нулевом уровне, все равно с нуля, когда идешь, тебя гасят. Даже вот какие-то крысы, они выносят мозг так, что, в общем-то, весело становится. Ну вот, с крысой мы справились благополучно. А это Кронию 3. Изучить. U3, one of my crony units. It looks like it took a lot of damage in the crash. That's unsalvageable. I'm wondering where Crony U4 is. If it's still active, then I might find it here in the den. Finding that drone would be helpful. Достал ты уже с этой кнопкой, блин, с этими подсказками. А, вот, получается, что Кроуни У3, он только что сказал, что он из Дед, и где-то у него было два дрона, оказывается. Кроуни У3 и Кроуни У4. Вот этот, как бы, Кроуни У4 где-то вывалился по ходу пьесы, когда его сбили. И у него, в общем-то, появилось... такой вот больная мега крыса. Что такое, что за здание такое, непонятно. А, выжить. Мигалан — опасное место для одиночки. Преображенные Эликса монстры, разбойники, воюющие группировки, не говоря о том, что бывшие друзья желают мне смерти. Я должен добраться до поселение свободных людей, чтобы обзавестись оружием, снаряжением и подумать, что делать дальше. А вот и полурабочая жестяная банка. Боевой дрон Кроний У4 каким-то образом пережил падение глайдера. Его необходимо отремонтировать, после чего он станет мне полезным спутником. Вот с самого начала у нас как бы появляется этот... Где он находится, этот вот Кроуни У4, мы видим, что он находится черти где. Ну и мы, в общем-то, в таком же положении находимся, тоже находимся неизвестно где мы. То есть летели, бабах, бум, биг, барабум, и, в общем-то, оказались вот так. У нас тут какая-то... Maybe I could find something useful in there. Ага, тут идут подсказки. Развалины старого мира, может быть. My skin. I look like one of the free people. There mustn't be a scrap of Elix left in my body. Ну вот. Получается, что... Говорит, что в нем не осталось ни крупицы Эликса, я стал похожим на свободных людей. То есть он как бы уже не видит, что он, ну, снаружи, то есть формы нет, униформы нет, свалился черти откуда, черти куда, и, в общем-то, у него сейчас самое главное задание — выжить,
в этом мире, странном, непонятном для него, что дальше будет, для него тоже, в общем-то, непонятно. Я, как всегда, очень большой молодец, не поставил таймер, сколько мы с вами тут... Так, ну ладно. Так, у нас тут получается как бы два задания-то. А почему большая больная мегакрыса? И что с ней не так? Тут цель. Прямо крыса. Больная. Мега. А, там внизу еще одна крыса, что ли? А, все, понял. Так, все. Ага. Я догадываюсь. Вернее, начинаю вспоминать. Так, у нас тут смотрим, что у нас тут можно подхватить в начале, в самом начале игры. О, в самом начале путешествия. Я постараюсь не срываться на такие эпитеты, как играть, игра и так далее. Это путешествие. Мы путешествуем. И в ходе нашего путешествия, вот, пока, в общем-то, собирать можно все что угодно. Маленький желтый самоцвет. Позже узнаем, что это за такая штука. Не, ну можно в принципе и сейчас, почему бы и нет. Так, это у нас так, тут боезапас, боеприпас. Так, маленький желтый самоцвет, который мы нашли. Бонусы самоцвета. Снижение сопротивляемости врагов. Если у оружия есть севадьюр, вставляем бонус к сопротивляемости. Плюс один. Требование. Ячейка для самоцвета. И, собственно, сам самоцвет. Этот предмет нельзя продать. Так, кружка, шкатулка. Все, смотрели. Тут... Одна кость, сырой эликс, один кусок, электронный хлам, изолента и прочее. Вот я про эти говорил, да, они вот, энергии скончаются. Энергии, здоровье, вот листочки нам дают по 7 единиц здоровья. Вино дает 10, бутылка с водой 8 и кусок сырого мяса дает 1 всего. И у нас тут вот... ментальная энергия, ну то есть это как бы мана получается, и три бутылочки вот этого вот этой вот фигни. Здесь у нас получается амулет путешественник, который мы только что нашли, броня плюс 5, ну почему бы не одеть с нашей нулевой броней. И тут у нас, в общем-то, все по нулям. Здесь у нас получается лук земледельца, который, в общем-то, лучше уже как бы сразу напялить вот сюда. Целебное зелье мы воткнем куда-нибудь, наверное, может быть, сюда. Вот, и так, ну вот, автосохранка произошла. И да, надо будет мне, в общем-то, получается, зачистить весь мусор, потому что там очень много этих, почему-то очень много весят вот именно эти... охранки. Чем больше их там получается, тем гнивищая техника. Больше тут никому ничего не надо. Бери, не хочу. Вот супчик. Ну, супчик, он тоже, в общем-то, является таким покушал, подлечился, как говорится. Так. Итак, где это? Да, хватит уже тут. А вот и наша крыска.
Ну вот, мы благополучно ее даже... Даже она нас не укусила. Нам дико повезло. Да, я не договорил, то что у нас, в общем-то, ну вот часть карты. Я, честно говоря, даже не знаю, по картам по этим я что-то как-то... Найдем мы что-нибудь, ну дальше видно будет. Ну вот, опыт 2 единицы. В принципе, сначала прохождение, сначала путешествие, желательно, конечно, брать по... Опыт хватать вообще из всего желательно. Ну, по мере возможности. Давайте посмотрим, с чего мы можем ли еще из чего-нибудь взять какой-то опыт. Часть карты, допустим. Прочитали карту. Некоторые книжки, когда прочитываются, из них можно какую-то... И вот отмычка у нас, один шт. Вот, консерву нам дает здоровье 7, и супчик дает здоровье 12. В общем-то, довольно-таки неплохо для начала. Я даже, наверное, все-таки эти консервы, супчики, наверное, сейчас понавешу сюда. Да, и вино надо сюда повесить надо. Вода, наверное, сюда. Как водится, так, это у нас эликсид. Вот эликсид это есть как бы, о, целых одна шт нашел. Вот, эликсид это получается у нас такая монета в этом мире, с которой мы, в общем-то, при помощи которой делается оплата с торговцами и так далее, So far, Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь за точка. Вот это вот. I must have been here for days. The Elix is gone for my sister. I feel weak. Think. Think, Jax. My weapons, my armor. Did Kallax take them? No. No. If Kallax had seen I was still alive, he would have finished the job. It was someone else. This is Zidane, enemy territory. If Kallax returns, or if the Berserkers find me, I'll be dead for sure. Ну вот, тот, который приказал в него выстрелить, некто Kallax, и он делает предположение, чтобы что его обобрали, все забрали. И он делает предположение, что если бы этот был, в общем-то, он, то есть Kallax, то этот бы Kallax, если бы он не был уверен в том, что он его убил, он бы все-таки сделал это, пришел бы и как бы... Довершил свое дело. Ну это что? Это получается то место, в общем-то, откуда мы и начали. Только мы пошли здесь. А. А надо было. Вот тут стрелы торчат буквально откуда-то. В самом начале игры просто тупо в дереве торчат стрелы. Но это довольно-таки неплохо, потому что у нас стрел было 0. Как видите, внизу в левом нижнем углу экрана обозначается как бы 3 иконки. Вот, но у нас сейчас одна. А дополнительные 2, они, в общем-то, как бонусы даются. Как бонусы, либо лук какой-нибудь универсальный дает эти бонусы, либо либо обучение, которое мы получаем в ходе
прохождение какой-то из фракций. Напомню, что здесь у нас в этом мире фракции три. То, как берсерки, клирики и изгои. И, в общем-то, со всеми ними герою в течение его прохождения придется познакомиться ближе. Ну или не придется, если он не захочет. В общем-то, тут как бы, я так понимаю, что можешь делать, можешь не делать, можешь переть просто по одной фракции, пошел и все. Но как бы все-таки мир довольно-таки богат, и никакой, я думаю, геймер не пройдет мимо того, чего можно было бы пройти. I need to find him. And for that, I'll need weapons and equipment. Ну вот, Ирочка, на этом моменте я, наверное, прервусь и, в общем-то, продолжим чуть позже наше путешествие. Далее. Вернее, сначала, далее. Посмотрим. Итак, продолжаем наше знакомство. Знакомство с этим миром. Вернее, с началом этого. С началом знакомства этого знакомства с этим миром. Привет, Ирочка. Это просто знакомство. Это не прохождение, это просто знакомство, как бы путешествие в этом мире. А не прохождение для лайков, для пальца вверх и так далее. Ни в коем случае. Это просто это посвящение. Посвящение, как я уже говорил, очень близкому мне человеку. Вот. Да, конечно, я согласен. Можно. Так, что это расселся? Подъем. Джекс, работать надо. Это, в общем-то, можно, да, можно было бы посоветовать, чтобы она пошла, посмотрела другие прохождения, но почему-то я решил сделать для нее персональное. Evacuation sequence initiated. Remain calm and proceed to the indicated exits immediately. Follow all instructions from service personnel. Thank you for your visit to the observatory. Ну вот мы куда-то спустились вниз на лифте. Причем. Вот с такой железной трубой. Я крут. И лучок. Бочка с горючим. Нет. Пока я не буду. Finally some luck. The guy that took my armor must have dropped it. Now. All I need to do is find a way out, cross kilometers of enemy territory, find out why my brother tried to kill me. What could go wrong? Ну вот, пара пустяков, как говорится. Вот, говорит, мой реактивный ранец, который каким-то макаром, представьте себе, оказался здесь.
То есть я рухнул черти где. Полностью... А, все. Все, я догадался. Я понял, как оказался мой ранец здесь. Этот ранец реактивный. Он, в общем-то, работает... не пробел зажатия, а двойное нажатие, двойной клик, и он, в общем-то, работает вот так. Я понял. Это все проделки. Чертовы крысы, мы ранец сюда притащили. Ну вот так у нас тут факел. Давайте-ка, наверное, его повесим на какую-нибудь, постоянно путаюсь в этих, так, где у нас факел, а он, скорее всего, в этих каких-то, кост, а вот факел нашелся, мы его повесим пока куда-нибудь на ноль. Так, зажжем факел, чтобы нам не особо было тут темно. Посмотрим, что у нас в шкафчике. В шкафчике у нас, друзья, туалетная бумага, неотъемлемая часть. Как же без туалетной-то бумаги люди могут обходиться? Ну, целебное зелье нашли, это, в общем-то, довольно-таки... Вот, полпачки сигарет и туалетная бумага. Замечательно, живем. Это просто, блин... Так, и все. Эй. А, он отсюда этот факел берет. Дело в том, что когда он взаимодействует с какими-то предметами, типа шкафчиков и так далее, он этот факел выбрасывает. Когда просто одну какую-то вещь берет, он... О! Отлично, штаны нашлись. Ну все... Теперь я как парень, ну блин, что бы я без этого делал? Хожу без штанов, понимаете ли? Сейчас хоть штаны одену. Так, штаны, броня плюс 3, ну вот хоть какая-то защита, а то у нас вообще ни хрена никакой защиты, кроме, так, амулет путешественника. Ну вот броня у нас получается плюс 3, плюс 5, 8. Хоть что-то на начальном периоде. Так, посмотрим, что у нас. Так, от факела еще раз возьмем. Его, кстати, факел хватает на определенное количество времени. Со временем, ну, там можно посмотреть, сколько он горит. Не суть. Он заканчивается и просто тухнет. Вот. Ну вот. Взял фомку, бросил факел. Ну вот как-то так. Так, посмотрим, что у нас. Молоток. Что у нас еще тут в шкафчике. Ну вот опять. Мясо, здоровье плюс 7 и хлам металлический. Ну, в общем-то, так как мы, в общем-то, знаем, что... Ну, если не знаем, то я вам скажу, что... У нашего персонажа, у Джекса, такой мощный чувак, что у него, в общем-то, рюкзак, то есть, так же, как и в других вариациях, сигарета, покурим, парень, покурим. У него, в общем-то, инвентарь, он просто безразмерный, то есть, можно, в общем-то, всю дорогу... собирать все подряд, количество будет там просто огромное, немеренное, всех вещей всяких, и хлама, и не хлама, и... О, руда, кусочек железной руды. Как же без руды в этих шахтах? Итан, the land of the berserkers. If they recognize me, they could finish Kallax's job for him. А, он опасается, что в землях берсерков его, в общем, доведут дело до конца, то, что не сделал Каллакс, который приказал у него выстрелить.
Итак, давайте-ка еще раз тут, ну, в общем-то, мы уже прошвырнулись там, сям-сям, ну, уже пора, в общем-то, выходить в мир, так сказать, в белый свет. Вот. Чертов факел. Так, он как вот чувак сидит и что-то там жрет, наверное. Интересно. Что за чувак? Это не тот ли, который меня обнес? Ну, тут зелье валяется на ровном месте. Ну, если зелье есть, значит, может быть, и чувак не окажется таким дружелюбным. Итак, у нас 7 зелий, труба в руке. Если что, можно будет его из лучка вальнуть. Ну, в общем-то, да. Он какой-то красный. Но я пока не хотел бы, честно говоря, особо дергаться. Валить кого-нибудь сразу, первого знакомого, который, ну, вообще, может быть, не знакомый. Я же не знаю, кто он, друг, враг. Вот, валить его на ровном месте, что-то как-то, наверное, может подойти сначала познакомиться. Давайте-ка сохраним сначала. Кто его знает, что это за черт такой? Он сидит, ему вообще даже не чешется. Не, обычно реагируют, все враги, они реагируют сразу. Ну, он сразу начинает... На! Привет с того мира. Come on, get up. If you're gonna make a habit of attacking people without warning, you should get better at it. I heard you before you even left the ruins. Someone tried to kill me. They stole my armor and my equipment. Then I find you here waiting to finish the job. First you attack me, then you accuse me of being a thief and a murderer? If I wanted you dead, we wouldn't be having this conversation. Trust me. You need to apologize. Prove you're not the thief. I might trust you. Only facts matter, not words. Trusting people quickly out here is as good a way to get killed as walking around without a decent weapon. Which means you just got very, very lucky. I can help you find a safe place and new equipment, if you stop trying to attack me. Why would you help me? That's my job. I look for people out here and help them reach Goliath. You'll be safe there. Safe? You could be some kind of slaver. What is it you really want? I want this war to be over. Until then, Goliath needs more people to survive. And people need a safe place to go. Well, a safer place than being out here on your own. But you're welcome to stay and risk being picked up by an ALB raiding party. Between them and the Rot Wars, you won't live long. Say, you didn't see anyone else up there in the ruins, did you? You're the first person I found this trip, and it would save me a trip up there to check. Вот у нас тут несколько вариантов, опять же, вариативность вопросов и ответов зависит от вариативности наших ответов, зависит, может в этом путешествии, друзья, зависит и дальнейшее развитие, либо соврать, либо спросить, либо... Самое интересное, что вот это вот, я никаких альбов не видел, я что-то не припомню. Может быть, и проскальзывал альбы какие-то. Ну ладно, пусть будет так. Save yourself the effort. There's no one up there. Well, you got really lucky. An ALB raider crashed a few days ago, and their scouts came through looking for it. Trust me. Да, лучше бы холодность повышалась, конечно. But, hey, enough talk.
You need to decide what you're gonna do. I'm going back to Goliath. You can come with me if you like. Safety, security, and you can find work to earn enough to buy equipment. If you want a chance to survive, it's the best offer you'll get. That's why I joined the Berserkers. Out here, drifting, hoping to stay alive. I knew it was only a matter of time before my luck ran out. I know joining a faction doesn't appeal to everyone, but it gave me purpose. And what have you got to lose right now? Nothing from what I can see. Ну вот Дурос предлагает идти вместе с ним. Я пойду с тобой, мне это звучит будто... Как будто тебе все мозги промыли. Твои слова звучат логично. Ну, давайте так. What you say is logical. Logical. Right. Does that mean you're coming? Every choice you make ends. Ну вот, холодность повышается. The way you speak to people will determine your course in life. Just take a look at yourself. No armor, no weapons, no companions. You've not exactly succeeded in life, have you? Well, all that changes today. Whatever you've done before, your life can start again. A new beginning. When the next Alb raiding party comes down from the north looking for Elix, the people of Goliath will defend you. You won't see the inside of a converter with us to protect you. Instead, you'll get a chance to prove yourself. To join us. Why do you want to help me? Like I said, Goliath needs people. Warriors, cultivators, hunters, storekeepers. Whatever your skills, we can find a place for you. Nice. You can train me and give me equipment. If you stay, you'll have to earn your place. But be you cleric, outlaw, or alb, that's true everywhere. Sure, you'll get given orders and you'll have to follow the law, but it's not like you have things easy out here. Look, we can keep talking, but at some point, you gotta decide. Да, хватит трандить попусту, давай-ка двигаться. Here, or come with me? Да пошли уже, наверное, что? А если лишь уже... Поехали. Your actions and words seem to match. I will trust you. For now. Yes, well, I'll take that as a compliment. You won't regret it. Combat, magic. If those interest you, then the Berserkers offer training to people who join their ranks. We'll make a warrior of you. We should get going. This is Rotvor territory. You won't last long if a pack of them turn up here. Follow me to Goliath, and you can earn the Electa to buy armor and supplies. Trust me, you'll need them. Так, я хочу найти вора, который украл мою броню, блин. I want to find the thief who took my armor. Well, for anything stolen near here recently, I would start with Ray. He's an outlaw I found out here a few days ago. Very jumpy. Definitely looking for something. Where do I find him? Huh, I don't know. He disappeared off to the northeast. I'm guessing he went back to Tavar. But, hey, I wouldn't rush after him. He's probably sold your armor by now. Ну вот, мы узнали, кто, возможно, и куда. I will come with you to Goliath. Lead the way. Стащил нашу броню. And if we lose each other for any reason, you'll find Goliath to the east, at the foot of the mountain. Just look for the light from our mana shrine. You can see that from a good distance away. Oh, and the name's Duras. Pleased to meet you. Just lead the way. Very well, and keep up. Keep your eyes open. Ну вот и познакомились, друзья, с Дурсом. А кормить гнило звери, гнило вепри у нас никакого... понятно, там у меня подсказки всплывают. Как нам двигаться, чтобы было быстрее, я пока не хочу особо дергаться. В общем-то... Надо каких-нибудь цветочков пособирать, что ли. Каких-нибудь жуалистиков, что ли. Они нам всяк пригодятся. Вау! Смотрите, как тут... Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Парень! Парень!
Я тут просто мимо ходил. Чего-то не хочется с тобой, честно говоря, разборки чинить. Мама! Он меня укусил. Больно. 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 Надо текать, текать, текать. Дурас, дурас. Спаси меня. Спаси. О, топор взял. Нашел топор. Дурас, я топор нашел. Дурас. Извини, чувак, не успел тебе помочь. Ну вот, получили кусок мяса сырого. Это хорошо. Правда, он мне отгрыз, блин, больше... Две... Где-то... Сколько там получается? Ну, треть здоровья он отгрыз, да. Ну, блин, падла. Но, по крайней мере, мы от него отгрызли кусок мяса. Дорос нам помог. А там что такое интересное? Что-то там такое интересное, наверное. Думаешь, бежать за тобой? Да ладно, успеем еще. Давай это... Прогуляемся, цветочков пособираем. Вон тут какие цветочки. Монолисты всякие. И, друзья, я просто знаю, что при прохождении любой игры сначала, с нуля, это такая тягомотина, чтобы там всяк постоянно нужны какие-нибудь запасы, неважно чего. Чем больше набираешь чего-нибудь, тем, в общем-то, не то что легче, по крайней мере, ну, какой-то толчок. Ну, какое-то последнее сообщение. Дюри. Калам, великая ложь. You brought us here with hope. Now we die away from all that we loved. А Калан, насколько мы помним, из вступления, это тот, кому поклоняются... Вау. Клирики. Один из кланов. Так, ребят, я не знаю, кто это такой, что он тут делает. Может пообщаться с ним? Не. Походу он общаться не хочет, но у него большой зеленый топор. Ай. Я тоже с ним общаться не хочу. Тем более с таким большим зеленым топором. Дурас. А, дурас, может ты с ним пообщаешься? Я чего-то не хочу. Нифига. Никакого желания нет. Он бежит. Дурас, он бежит. За нами. И он не отстает. Может, ты с ним поговоришь, а? Он сзади, смотри, стоит. Если тут так опасно, зачем так сюда возвращаться? Не будем задерживаться, наверное. Нет. А. Если это так опасно, почему ты приходишь сюда? Магалан почти умер с комбинатом. A living, breathing planet turned to ash and dust. But the Berserkers are using their magic to bring our world back to life. Just look around you. Edan is the greenest place on Magalan. They need more people. And they offer anyone who comes the same chance to start over. We should move on. One downside of all this plant life is that you can't see the rock wars coming. Погоди! Дурус, какой гнилой вепер? Там сзади придурок идет. С зеленым кинжалом. У тебя даже такого нету. Может, ты с ним пообщаешься, а? Дурус. Ну, скажи ты ему хоть что-нибудь. Ай. Ай. Он не отстает. Дурас. Ну, наверное, спросим так. Maybe. Maybe. A group of clerics came through this area a few days ago. A scouting party reconnoitering Goliath. Well,
That was their plan. Instead, they ran into a group of rot boars. Got chased into those ruins and haven't come out. Хороший враг, мертвый враг. Гнилове при тебе здорово помогли. Смерть в пасти гнилове прям недостойная воина. Может, эти клирики еще живы, ты не проверял? Ну же, здорово сценит. Why haven't you joined a faction? Может мне присоединиться к Альвам? Хороший вопрос. Так. Интересный разговор на фоне того, что нас могут зарубить. Так. Хватит допытываться, то могу разозлиться. Группировки мне не интересуют. Я сейчас разозлюсь, наконец. Дурость не одобряет. Well, we have a choice to make. You're short of equipment. We could see if the clerics have left any of the ruins. You want us to go into the ruins? That's up to you. But there's a risk to that. So, maybe we should just head straight for Goliath. Или напрямую в Голиат. Или в развалины. It would definitely be safer to bypass them for now. So, what do you think? Shall we risk entering the ruins? Рискнем сунуться в руины? Ну, в Голиат мы успеем, наверное. Давайте-ка в развалины сходим, посмотрим, что у нас в развалинах. Opportunities are there to be seized. Да! Вы получили новый уровень. Откройте Адюр, чтобы распределить очки характеристик. Найдите учителя, чтобы потратить очки обучения на изучение новых навыков. Используйте ячейку быстрого доступа. Да, я сейчас, блин, использую ячейку быстрого доступа. И, в общем-то, что дальше? I'll help you. А, и меня тут сейчас завалит, который сзади идет, этот веселый парень с зеленым топором. Или зеленый парень с веселым топором. Непонятно. Ага, вот оно. Дурас. Дурас. Этот придурок здесь. Мама. Я даже топор не успел достать. Давай, гаси его. Гаси. Дурас. Гаси, придурка. Блин, я топор не успел достать. Давай, гаси его. Давай, давай. Давай. Да, блин. Ай. Главное, чтобы он... Он одним топором нас обоих зарубил. Блин, какой у нее красивый зеленый. Это может быть даже не топор. Ага. Ну все, ребят, не будем, в общем-то... так сказать, дальше щекотать нервы с этим зеленым топором. Мы с ним как-нибудь потом разберемся. Let's go. А пока let's go. Дурас, погоди. 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 Так,
Манна мне нужна, тролль трава, маленький живолист. Вот этот вот, наверное, живолист мы, наверное, куда-нибудь на каком-то чеке сейчас повесим. А остальное, может быть, и сожрем. Так, а где у нас? Тролль трава, живокорень 7. Этот у нас энергия, да, нахрен нам. Энергия нужна. Нам какая-нибудь жизнь нужна. Энергия не нужна. Что мы с ней делать будем? То есть, по крайней мере, пока мы ей воспользуемся этой энергией. Никак у нас не... А, кстати, да. Я тут чуть не забыл. У нас же тут... так, прутик, урон 20. У ржавого топора урон 22. Давайте-ка все-таки возьмем топорик. У него, по крайней мере, хоть на 2 единицы урон повыше. Okay. Watch your step. I've never... Так, ну вот у нас... опять пошел тут диалог, я его, так мы уже читали его. Давайте пролистаем. Никто за нами сейчас не гонится. Вот, и можно, в общем-то, опять какую-нибудь травку найти, что-нибудь сорвать такое, чтобы не лист какой-то. Не, Дурос на самом деле никуда от нас не денется. Главное, чтобы не нарвались на каких-нибудь этих внезапных кого-нибудь там. Какой я молодец. We should get moving. Постоянно забываю поставить. Так, вот тут еще какая-то травка. Ну вот, это уже этот, как бы огнелист, в общем-то, он уже, в общем-то, у нас уже, как бы, как второе лечебное средство. Лечки тут, в общем-то, поначалу, я так думаю, что редко будут попадаться. Вот, а огнелист, в общем-то, как бы, так, не... Так, Instead. Смерть в пасти гнилове про недостойное воин. You're only good enemy. So you think the Vap well, you'll find many that but for me why haven't you joined a fa Так, группировки. Мне интересует. Так, холодность повышается в развалины. Пошли в развалины. Ну вот уважуха со стороны Дуроса. Так, тут нам предлагают все-таки повысить свой уровень. Но я думаю, мы это, в общем-то, успеем сделать. Потому что, ну, как бы еще все успеется. Вот тут мы идем, и тут, в общем-то, получается, что у нас тут будет, наверное, какая-то встреча. Встреча будет. Ага, вот и он выскочил, вот и выскочил. Дорогой наш друг. Он же вепрыгнил. Офигеть! Это что такое? Да. Ну и куда он рубает? Ну тоже, блин, картина. Подсказки вперемешку с этими двумя сразу оба два. Да. О. Это у нас телепорт. А в это время мы можем в это место вернуться с помощью нашего адюра с любой точки. Let's go. Клэрик. Так, вот что-то зеленое. Один из пяти оружия клирика получено. Ага.
То есть получается, если одно из пяти оружий у нас получено, то по идее получается еще нам нужно найти как минимум четыре. То есть это какое-то негласное задание. Висит у нас если зеленым, то в общем-то как бы получается, что нужно было бы. Так, наверное, сделаем тут небольшой перед дальнейшим чем-то там. Сделаем паузу и продолжим чуть позже, друзья. Итак, друзья, продолжаем наше начальное путешествие. Путешествие в начале, хотя я уже как говорил в самом начале, что я, в общем-то, уже записал игру, но записал ее в середине. И как бы я ввожу, делаю вступление вот именно для того, кто не знаком со вступлением. Сначала. Вот, привет, Ирочка, тебе. Это для тебя, запись для тебя. Так, у нас тут есть костер. Что мы можем... Так, жареное мясо взял. Отлично. Вот, мы можем тут пожарить... Вот у нас есть сырое мясо. Которое там, в общем-то, по-моему... Мало здоровья прибавляет. А если жареное, то, в общем-то, неплохо. 12 единиц для начала. Мы получаем 4 куска жареного мяса. Для начала это, в общем-то, я бы сказал, довольно-таки неплохо. Тут какая-то лестница есть. Слазить, что ли? Так, ладно, слазить успеем. Так, тут хлам пособираем. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, вот еще один ржавый топор получено. Так что если мы, в общем-то, там... А, о, спальный мешок. О, можно поспать. Ну вот, проснулись бодрячком. Силы восстановились, здоровье тоже. Ну вот опять туалетная бумага, пожалуйста. Какая-то пропаганда. Так, рюкзак пустой. Еще один спальный мешок. Классно. Так, зелье, шкафчик. Ну вот, получили еще 33 эликсита. Рэнс! Он пропал. Так, что у нас может быть тут еще? Чтоб не дергаться, не спешить, может быть. Оу, у нас тут что-то есть. Какое-то что-то тут есть. Так, давайте посмотрим, что у нас тут интересного может быть. Ага, оу. Так, отмычка. Ага. Not bad. Если есть отмычка, значит будут сундучки. Я так думаю. Которые нужно будет нам, наверное, потом открыть. Так. Ну вот, не зря зашли. Зелье тут подобрали лечебное. У нас их уже 8 штук. Отлично. Маленький белый самоцвет. Как мы помним, самоцветы... О, еще один спальный мешок. И крыса. И еще 2 опыта здоровья. Так, берем факел, двигаемся дальше. Так, 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 так. Так, вау, куда мы вышли?
вышли наружу. Цветочки не берутся. Так, ладно, пойдемте посмотрим, что там у нас с нашим спутником. Куда он пошел и что он там делает? Так, он пошел вот сюда. Ух ты. Лежит. Отчет о задании. Cleric is dead. Так, о, мы получили 2 из 5 оружия, из оружия клириков. А осталось найти еще, я так полагаю, еще 3. Там есть что-нибудь? О, там цветочки есть. Вау, вау, вау. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, я надеюсь, они там с собой заняты друг дружкой. Бывает такое, что в этом мире эти занимаются собой. Энергетика у нас, здоровье 12, неплохо. И ментальная энергия использовать может только клирик. А мы, так как мы не клирик, тут видите, мы его использовать не можем. Ну, да, может быть, его продать, что ли. Так. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, дурас! А он давай общаться. Ну вот опыт появился. Ruins and wreckage. The old world is irrelevant. Irrelevant? It's where we all came from. The berserkers want to grow the world back to what it was. The other factions pick through its bones, hoping to find the technology it left us. Ух ты, он плюется, блин. Дура, завали его нахрен. Плохой таракан. О. Мелкий гнилец. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас может быть здесь. Так, тут у нас ни черта нет. Тут у нас... о! Еще один персонаж. Так, мы подобрали у него молитвенник клириков. Понятно. Еще одно оружие. Рецепт. Инструкция по изготовлению малого запаса энергии. Понятно. Нахватали кучу бумажек. Все, не надо нам. Пачка денег старого мира. Получена пачка. И фоном всякие эти... радио и прочее, прочее, прочее. Так, тут есть что-нибудь интересное? Ага, так, это то место, где этот самый. Так, так, так. Ля-ля-ля-ля. Пробил скарабкаться. Так, посмотрим, что у нас... так, стоять. А, так, вот еще. Мы его не выставили? А, получается, нет, да, 4-е оружие клирика нашли. Тут у нас, а тут у нас, о, еще какая-то фигня. О. Опасные товары, получен опыт 100, 5-е оружие клирика нашли. Отлично. Так, тут у нас, в общем-то, довольно-таки большие такие строения. Я не знаю, честно говоря, спешить с Дуросом сейчас, не спешить. Может, все-таки прогуляться, посмотреть, что там интересненько может будет. На этих строениях. В этих строениях. Давайте прошвырнемся, я думаю, как бы... не помешает, если не повредит. То, по крайней мере, и не должно помешать. Так. И что? А. Вот что.
Так. Так. Так, а теперь залезем сюда. Так, что у нас тут? У нас тут шкафчик. Изящная чашка. Так, факел понятно. Зелье маны понятно. Ух ты, еще что-то хоть. Тут этих спальников хоть успись. Ну, сигарет. Интересно, зачем сигарет тут нужны? Так, давайте-ка, наверное, я не знаю, до вечера. Ну вот у нас уже вечерний такой, вечернее солнце. Так, что у нас еще тут есть? Так, золотой слиток, 4 дома, часть 2 какая-то, непонятно. Заперто. Ну вот, я говорю, так, посмотрим, что у нас там творится в этих самых... Так, здесь мы нашли оружие клирика, 5 штук. В общем-то, получается, из 5 возможных. Сообщение. А, вот это мы уже читали. Инструкция по изготовлению мало запаса НД. Это может быть только клирик. Малую батарейку такую. Тут у нас отчет о задании. Понятно. Ну вот опыт щелкнулся 20. То есть иногда, когда что-то мы можем прочитать, Белый дом встречает, понятно. Ну тут 10. Это изображение чего-то, что где-то может быть чего-то там. Так, пропаганда. Ну и что тут пропагандируют? А, ну видимо, тут, видимо, по тому, что тут значок клириков, видимо, пропаганда этих клириков. Ладно, посмотрим, что у нас далее. Так, тут мы все просмотрели. Так, что у нас может быть? Тут может быть что-нибудь? Ух ты, 10 стрел у нас получено. Ну, было 9, уже 19, уже как-то жить можно. Так, что у нас с полетами во сне и наяву? Вот потихоньку мы... Ага, вот так вот мы перемещаемся на какие-то, в общем-то, такие... Ух ты! Куст растет прямо на крыше. Красотища! Так, у нас тут на крыше получается больше ничего... А, нет, хотя нет, что-то есть. О, еще колчан. Ну, вот еще десятка. Уже неплохо. Уже можно жить. Уже не 9. Уже 29. Так, хлам. Давайте хлам весь соберем. Все, что надо. Все, что будет попадаться под руку. Все будем продавать. Весь хлам нам сейчас поначалу всегда... Любому странствующему... Так, вот еще 2 стрелы. 3. 4. 5. Ух ты. Офигеть. Да мы вообще сейчас всех порвем. 34 стрелы. Офигеть. Так. Вскарабкаться нам не надо. Вскарабкиваться. А вот, кстати, патроны для ружья. Отлично. Осталось найти ружье. Патрон у нас уже есть. Вот. Это получается та лестница, на которую я как раз таки тогда и хотел на ней вроде бы залезть. Так, наверху мы были. Здесь мы были. А там нас ждет Дурос, я так полагаю. Весь измучился в ожидании. Так, там мы были. Так, ну, в общем-то, получается, наверное, тут все. Можно, наверное, двигать куда-то.
надеяться, нас по дороге не покусают. Больно. Чем мы, конечно, сомневаюсь. Покусают-то... О, кусок серы какой-то валяется. Итак. Ай, идиот. Два очка. Ну вот, еще один кость. Так, ну тут получается, в общем-то, в этой округе у нас получается как бы вроде бы... А, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Вот какие-то полуразвалины. Ну, факел взяли. А, тоже, в общем-то, неплохо. Лучше что-то, чем ничего. Так, и, в общем-то, получается тут все. Мяу. Я не хочу. Не хочу никаких разборок. Чего? И брысь, и все. Все. И зачем мне ячейку для быстрого доступа использовать? Что я там потерял? Не нравятся эти мне барабаны, блин. Ну и что? Ну, использовал. Ну вот тут мана. Написано, что это такое. Что подобрали? Золотой слиток, кусок серы. Понятно. Чашка, молоток, пачка сигарет, туалетного бумага. Грубая и шершавая, но сойдет. А чё не мягкая? О, пачка старых денег. 10 эликситов. Чашка, из нее можно пить. А еще ее можно продать. Обалденно. Так, лист мутанта, гнилист, ядовитый лист, здоровье 2. Да. Наварились. Аж до волдырей. Ну что, дурас? Так. Двигаем дальше. А вот смотри, что я нашел. Показать оружие клириков. Я думаю, показывать, не показывать. Давайте покажем. Here, I found these. Elix technology. It's forbidden to berserkers. Officially, you're supposed to hand it in when you arrive in Goliath. But that'll be your choice. Just don't go flashing those weapons around when we get back, okay? Some berserkers are really strict about the laws. Others are more lenient. You see, we leave the albs and the clerics to rely on machines. In Edam, we use magic. Так, часто клирики заходят. Do you often find clerics in Edam? All the factions come here. For intel, for resources. We all take from each other. At least it's just rage from the clerics for now. There have been wars in the past. And it does seem like there are some clerics who want to repeat those mistakes and take us back into open warfare. Пойдем уже! Let's go on to Goliath. Right. Follow me. You say there were Alps in this area. How long ago was that? The raider crashed a week ago. It's been quiet since then. Well... Apart from the scouting party on the edge of the forest. It feels like something serious is brewing up there in Zaykor. And that's bad news for us all. Ну понятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дурас. Гаси козла. Вау. Я его добил. Как это у меня получилось, я не понял. Let's go. Смотри-ка, тут тоже корова какая-то. Да ё-ты-моё. Курица, блин. Чё дрова рубишь, идиот? Надо по курице рубить, а он, блин, дрова тут рубит.
да, техника, конечно, боевки тут просто потрясающая. Я просто, ну, в полном восторге. Ну, вот так какая-то фигня тут. На тебе уже. Так, вот еще мясо, кости, опыт. Ну, хоть что-то. Let's go. Не, погоди, let's go-вать. Сначала надо посмотреть, что тут есть. О. Ну вот, пожалуйста, 10 стрелок получено. Отлично. Тут у нас эликситик, факел, эликс, факел. Что у нас тут еще есть? У нас тут можно поспать. Поспать означает подлечиться. Ну и тут автоматом, когда Джекс поспит, в общем-то автоматом идет как бы пачка сигарет, автоматом идет автосохранение. То есть если нас грохнут где-нибудь по дороге как-то случайно, то в общем-то ближайшая сохранялка у нас, если мы не успели сохраниться, то в общем-то она выскочит здесь, в этом месте. Так, тут мы, в общем-то, может, чем-то там на крыше у нас тут, может быть, какие-нибудь стрелы, что-нибудь такое интересное. Да нет, нифига. Ну ладно. Так, посмотрим, что у нас в этом заведении, так сказать. Изолента. Так. Факел взяли. Так. Ага. У нас там что-то внизу есть. Так, давайте-ка зажгем факел, потому что как-то темновато. Кружка, запись Руби. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я, честно говоря, не ожидал. Что за фигня? Вау! Эй, дурас! Дурас! Там крысы! Их много! Всего две штуки. Дурас! Мама! Дурас! Дурас! Гаси! Спасай Россию! Эй, ну вот вам особый прием. Дурас! Дурас! Меня бьют! Так. Ага. Даже не помню, что случилось и куда эта крыса вообще делала. Я вообще попал по ней? Хотя бы раз. А, ну получается, что попал. Так, опять надо идти спать. Потому что с этими лечками, блин, неизвестно, насколько их хватит и хватит ли. Где у нас тут спальня была? Вот у нас спальня тут. Благо, в общем-то, это не особо. Оу, как у негра, чё это так, блин, рано. Давайте до вечера, чё слишком темно. Ну вот, более-менее. Так, давай в рулю куда-нибудь. А крысы откуда-то выползли, между прочим, не заметили? Я тут с факелом хожу, они откуда-то вылезли. Откуда-то оттуда. Может, тут что-нибудь тоже интересное есть? А, я тут факел выронил, что ли? О, метла. Так. Ага, да. Так, для начала... Тут больше нет никого. Тут сейчас повыскакивают из-за кустов каких-нибудь, из-за углов. Крысы. Они, кстати, да, если не успел отскочить, не успел отбежать, то все. Так. Самогон. Отлично. Все, будем жрать самогон. Ну и вот целебное зелье тоже. Так.
Так, сумка у нас не открывается, понятно. Тут у нас как бы тоже ничего нету. Тут у нас... Так, что-то мне это не нравится. Просто так трупы на ровном месте не валяются. Так, что мы тут нашли? Топорик. Топорик нашли. Так, интересно. Так, маленький белый самоцвет. Хлам. Металлический хлам. Интересно. Так, изгой. 48 эликсита, чашка. Электронный хлам. Все соберем. В хозяйстве все пригодится. Так, металлический хлам. Руби. Из дед. Бутылку складывает. Странно, обычно меня персонажи называют по имени. Но чаще всего тогда, когда. То есть вот это какой-то безымянный был. Вот тоже вроде безымянный был. Когда какое-нибудь задание идет, чтобы узнать, что там с кем-то, в частности с Руби. А тут, видите, просто изгой. То есть Руби мертв. Понятно. Так, хлам. Что у нас еще? Так. Трем-трем. Дождем факел. Будем, наверное, отсюда выбираться, потому что уже тут, как бы, насколько я вижу. Там внизу какая-то водичка, но не думаю, что там что-то есть такое. Кроме каких-то пираний, которые будут мечтать вас схватить за самое интимное место. Так, ладненько. Пойдем дальше продолжать наше восхождение вместе с... С Дурусом. Ну и придумали. Давай. Блядь. Ну все, я его замахал. Все ждет я так. Спокойствие, только спокойствие. Let's go. Вон там что-то есть. Может, травка какая-нибудь. Не. Большая, пушистая, но не рвется. Не собирается. Ну, какая-то дорога, там какие-то дома еще внизу. Или что там? Are you ready to go on? Да, go on. Вау! Высоко. Let's go. Let's go, let's go. You should be able to make your way on alone from here. You can find supplies and get yourself back. Ну вот, добрались еще по 200. And then, the choice will be yours. So I can just leave whenever I want. You should try to get a better weapon and some armor before heading into the wastelands, but that's up to you. Have a look around our community. See what we can offer you. What happens if you find an alb here? They try and kill us, so we kill them. Except the Separatists, a group of Alps that has broken away from Zaykor. Maybe they can be allies. Кроме отступников. Альбов, которые отклонились от Ксакора. То есть отступники, которые отошли от Альбов от Ксакора, могут быть и союзниками. Может быть. Так, думаю, что отступники помогут сражаться с альбами. Нужно быть идиотом, чтобы думать, что отступники тебе помогут. You think the separatists will help you fight the elves? Maybe these separatists want to join the free people. Maybe they're just another threat. But I'm sure that together we can defeat the elves. But for now. The Separatists are outnumbered, without friends and defiant.
They're already finding life is hard out here if you haven't joined one of the factions. That makes them jumpy, so I'd be careful around them. They're suspicious of everyone. Well, we have reached Goliath, but this is only the start of your journey. Look for me once you've settled in. You'll find me up at Warlord Ragnar's stronghold at the top of Goliath. На вершине Голиэта. Если что, куча заданий у нас появилось. Выжить это как бы контакт. Где-то поблизости находится передовой дозор альбов. Может быть, они помогут мне, а может быть, доложат в Ксакор. Я могу отправиться за снаряжением информации в Голиэт, а могу найти альбов. Во втором случае, правда, есть вероятность, что мне придется сражаться. Так сражаться пока я не хочу, никакого желания нет. Калакс пожидал меня. Тарам-парам, чтобы совладать с Калаксом, мне придется вернуть свою силу. Прибежище отступников. Альбы, которые покинули Ксакор, продолжают принимать Эликс, но не согласны с директивами Ксакора. Некоторые отрицают гибрид, некоторые бегут от наказания. Возможно, не смогут рассказать про Ксакор. Нужно поговорить с их предводителем, если я смогу его найти. Интересно, я смогу его найти вообще? Ух ты! Вау! Ага, Сестак. Понятно. Так, краденое оборудование. Пока я был в сознании... оборудование. Тащил мои вещи, хотел бы знать, кто это был. И где мне его искать? Мне его искать нужно будет... какой это состав? Вот ты чё? Ну все, глюки. В общем-то, получается... где-то вон там. Я еще тут не был, а уже там. Так, спутники. Либо жестяная банка, которую нужно отремонтировать, боевой дрон. Либо Берсерк Воин. Не узнает меня, то есть не узнает, что я Альп. Он хочет помогать людям, и мне как раз не помешала бы его помощь. Это он у нас получается здесь наверху. Вот. Контакт. Ну, это основные, как бы, задания. Побочные. Из побочных пока еще только вот. Либо с Дуросом поговорить, либо... Так что, запись Руби. Понятно, ничего нам не дает. Так, что у нас тут? Топорик. Урон у него на 8 единиц. Больше, чем у ржавого топора. Но для этого нужна сила 33 и стойкость 23. То есть получается, в силу мне нужно будет ввалить 23 единицы и сюда 13. Это получается... Да. А у нас только 20. Ладно. Так, а что это у нас тут? Все висит. Все свободное. Берсерк. Вот, типа у нас предложение... либо Берсерк, Изгои, Клирики висят. Вот три у нас этих фракции, в которые мы можем вступить. У нас третий с четвертью уровень. Открываем телепорт, чтобы, если что, потом вернуться сюда. И вступаем, так сказать... знакомимся, так сказать, с... Он даже высморкался при виде нас. Начинаем знакомство с Голиэтом. Это город Берсерков. Почему бы и нет.
только мы это продолжим в следующей части. Время наше эфирное подошло к концу в этом моменте. Увидимся далее, друзья, далее.